Приветствую вас, ребята, вы находитесь в нашем канале Мототрейлетроцикл, с вами Юрок, и вот снова мы восстановили мотоцикл ЧЗ, правда, на этот раз модель 472.5, и я думаю, многие про нее знают, многие про нее слышали, хотя чаще всего обычно на слуху, если говорят про ЧЗ, вспоминается 472.6. Ну, оно реально как бы отличается друг от друга, то есть если мы возьмем и поставим рядом два ЧЗ, пятерку, шестерку, то есть некоторые отличия, то есть тут если вот сесть, видно сразу приборная панель, она реально другая. То есть на шестерке там как на 638 Яви, то есть две приборные панели, то есть тахометр, спидометр, посередине у него лампочки, которые отвечают там за указатели. Здесь же это выполнено одним блоком получается, и здесь только спидометр у нас, тахометра здесь нету. Есть три различные слева у нас тут лампочки и одна, значит, которая обозначает зарядку, у нас тут справа. Разница еще колоссальная в том, что маятник у нас разный. То есть, если мы говорим про 472.6, то там у них маятник алюминиевый, а в пятерке он еще стальной. Как бы вот такое вот у них было нововведение. Ну, не знаю, хорошо-плохо, но говорят, что как бы хорошо, потому что, ну, во-первых, масса подрессоренная меньше, а во-вторых, считается, что алюминий в этих делах немножечко прочнее, потому что все-таки на изгиб сталь может гнуться, алюминий, если он правильную конструкцию сделал, там он литой, кстати, то с ним в этом плане проблем меньше. В остальном же, в принципе, этот ЧЗ похожий, ну, понятно, что фонарики разные, то есть здесь еще фонарь как на 634 Яви, то есть, по сути, такая же тема, вот. А в остальном все так же, то есть у нас 634 мотор с чугунными цилиндрами, квадратный блок, значит, такое же передаточное отношение в моторе, такое же передаточное отношение на привод колеса. Все у нас абсолютно такое же, за исключением, короче, грубо говоря, эстетики. И ЧЗ был действительно круче и действительно был, ну, как-то презентабельнее, что ли. Я не знаю, мне лично вот нравится то, что у него действительно алюминиевые колеса. Ну, это реально круто, то есть они форма, во-первых, такой угловатый, то есть они отличаются. А стальные колеса, они все-таки такие более закругленные, ну, и как бы здесь видно, что они реально алюминиевые. Ну, и все-таки они как бы легче. Это все-таки влияет. Поэтому я так думаю, что инженеры, которые делали ЧЗ, они стремились сделать его все-таки более таким современным, чтобы он был по характеристикам своим, конечно же, круче. И это у них реально получилось. То есть они занизили бак. Бак стал ниже. Они облегчили колеса. Они облегчили подрессоренную массу на маятнике на заднем. Кстати, вилка тоже здесь алюминиевая. То есть сами штоки здесь из алюминия сделаны, поэтому они тоже легче. И поэтому работает ЧЗ реально мягче, проще. Из-за этого, кстати, у него задние пружины слабее, чем у Явы. То есть у Явы задние пружины мощнее. Они предназначены для большего веса. Здесь же они послабее. Я так думаю, что это именно... И передок, кстати, тоже пружинки у него немножечко слабее. Я думаю, что это именно из-за того, что масса подрессорена ниже. Центр тяжести, как я и сказал, не сместили вниз. Сам по посадке он тоже ниже. То есть, если мы поставим рядом Яву и ЧЗ, то Ява где-то сантиметров на 5 будет выше, а ЧЗ будет ниже. Это тоже влияет на управляемость. Ну, короче, грубо говоря, получился такой классный мотоцикл. Классической формы, классический байк с классической фарой, с посадкой. И, в общем-то, за это его, наверное, все и любили. Я, в общем-то, тоже любил ЧЗ всегда, мне прям... Очень нравился ЧЗ, мне прям хотелось ЧЗ, но, конечно же, не позволяли мне финансы ЧЗ. И, в общем-то, и на Яву мне не хватало тоже, поэтому ни Яву, ни ЧЗ у меня прям как такового не было. Брал пацанов кататься, но это было круто, то есть, ну, не знаю, на ЧЗ проехаться, первый раз, когда проехался, ну, это прям вообще бомба. То есть, если сравнивать, тем более, там, не знаю, с какой-нибудь старухой, ну, это вообще просто космос, то есть, это какой-то гипербайк из будущего, то есть, как, который, ну, а японцев не было тогда ни у кого, поэтому сравнить еще с японцами это как бы не было смысла, но, а вот чисто вот с нашими, там, не дай бог, с какими-то восходами, это вообще просто какой-то каракат непонятный. Поэтому ЧЗ у всех просто на слуху был, это прям такая бомба была. На данном мотоцикле, значит, мы сделали все то же, что и раньше на мотоцикле мы всегда делали. То есть это полностью разобранный, значит, до болтика в хлам, как мы говорим, мотор, двигатель, значит, рама, крылья, все разобрали до болта. И, в общем-то, сделали все, что мы что делаем, то есть все это выровнено, все это дело отрихтовано, значит, куча времени потрачено на все это, куча времени потратили на то, чтобы восстановить этот бак, кучу времени потратили на то, чтобы найти эти крылья, потому что крылья вечно у них узел закрученные, купили из Чехии вот эти новые обода, абсолютно новые, которые стоят просто тонну вообще, вот они реально дорогущие эти обода.
Здесь, кстати, стоит электронное зажигание в АПИ, которое тоже стоит тонну, но с ним хотя бы проблем никаких нет. То есть оно работает и работает, оно как бы сдает искру, дает зарядку, и ты просто поставил и забыл вообще, что у тебя там с аккумулятором творится, что там у тебя с зажиганием творится, ты тупо забываешь. Короче, прямо у нас на съемках, пока завелся мотоцикл, пока работал у нас, мы поняли, что что-то как-то он богатит, посмотрели, а там... Снизу, получается, бензинчик капает, а оказалось, что это иголочка, которая закрывает запорная игла карбюратора. Короче, то ли попал под нее что-то, то ли хрен поймешь, в общем, бензин начал течь. Перебрали быстренько, все это дело поменяли. Хорошо, что у нас много этих поплавковых камер, много у нас всяких поплавочков этих, иголочек, все это поменяли. Вот Витек оперативно все это забубенил. А еще увидели, что пружинка, которая держит центральную подножку, слабовато, хотя на самом деле пружина оригинальная. И когда мы катили упаковочком, то поняли, что подножка немножко болтается и издает неприятный звук. Пружинку поменяли, с матами натянули ее, и теперь она хорошо у нас сидит, и вот нисколько там она не болтается. Давай вот на эту ногу, блядь, поставим вот так, бочком вот так. Смотри, держи через это. Да все, все, я вытащу. Вытащи меня. Подожди. Че, смотри. Чай-то спецурина. Да. Блять, надо без этих, без... Ну ее, блять. О, блять, о. О. Да? Заебись. Хуй, резинка, хуй, на обоне, прикинь, хуй, достает, блять. Тачка, а, вот. Так, а то, что это твое? Давай, давай. Вот теперь посоставлю. Да. Ты что, подрезал ее? Да, я ее все подрезал, загнул в обоне. А, вот. Если вы хотите заказать себе подобный мотоцикл, все контакты будут под роликом в описании. Занимаемся мы реставрацией именно мотоциклов и небольших автомобильчиков. Оставим там телефон, по этому телефону можно просто позвонить, и мы дальше все расскажем. Как, чего, сколько, когда и так далее. Ну а с вами был Юрок. Всем ровных дорог и скорейшего открытия мотосезона. Пока!